Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Mania. 2 или 3 дня назад вышло видео, где мы сравнили 4 разные гитары с 4 разными звукоснимателями. EMG81, Demarzio D-Activator, Fokin Grizzly и Gibson T500. Для начала мы с вами их послушали на камеру, потом я дал вам возможность послушать их вслепую, и в комментариях вы писали, какой номер в записи соответствует какой гитаре. И давайте сегодня мы послушаем и на камеру посмотрим, какая все-таки это была гитара. Что ж, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на меня в инстаграме, ссылочка будет в описании под этим видео. Если вы хотите поддержать канал, все ссылочки также будут в описании под этим видео. Также жду ваших комментариев под этим видео, возможно, вас что-то интересует и вы хотите задать вопрос. Ну а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения, до встречи на ютубе!